Это снова я. Донышко оказалось секретом. Тут такая крышечка. Под крышечкой что у нас идет? Гарантийный талон на многих языках, в том числе и на русском. Диск с гравировочками. Много всяких коротких и быстрых инструкций. Как подключают, туда-сюда и все такое прочее. И вот такая вот еще металлическая панелечка. Здесь можно взять наше устройство. Эта панелечка крепится куда-то на стену. Здесь вкручивается парочка винтиков. И вот таким вот макаром. Оп. И устройство подвешено вертикально, куда нам требуется. Так, вернем назад. Ну, интересный момент, как оно открывается. Здесь сзади такая защелочка есть. Ее так клоп вниз. И взяли, вот так вот сдвинули. Крышечка снимается. Это коробочка, в которой находится винчестер. Тоже без единого винтика сдвигается в ту сторону. Хоп. И вынимается. Здесь резиновые демпфирующие прокладочки. Сам винчестер 2,5 дюйма ноутбучного типа, да, находится внутри этой коробочки. То есть он примерно как этот винчестер. Вот так вот, да. Если взять большой винчестер на 3,5 дюйма, то он не влезет в эту коробочку, потому что он размерами чуть-чуть больше за счет закругленных краев не влезет. А так он такими же размерами. Но смотрим на разъемы здесь, смотрим на разъемы там и видим, что все подходит. Достаточно взять и вот так вот хлоп. Ваш большой на много терабайт винчестер легко заходит в это посадочное место. Место того винчестера. Можно и так, да. И здесь вот такая вот маленькая коробочка. Под ней находится оперативная память. Посмотрим, что там. Она легко разбирается. Всего лишь один винтик. И здесь тут защелочки. И мы видим здесь. Так. Один модуль памяти уже здесь, он закрыт, не знаю, какая маркировка у него, закрыт с двух сторон, я уже проверял, такой накладочкой, да, и еще один свободный разъем, так, темно, свободный разъем под оперативную память есть, то есть можно добавлять, делать апгрейд. Все, всем спасибо за внимание.